О, да. Окей, у нас есть глаз циклопа для телепортации в лавовый двор. Мы готовы. За дело. А, вообще, огненный цветок. Наделаю зелье сопротивления огню. О, вот срань. Что такое? Я перегружена. Ничего страшного, выкинь что-нибудь. Да. Чтобы выкинуть, чтобы выкинуть. Охренеть, Брит. Что? Что у тебя творится в инвентаре? А, он полон. Я поэтому перегружена. Да, я заметил. Зачем ты хранишь всю эту срань? Оно может пригодиться. Тебе может пригодиться 37 зелий сопротивления молнии? 80 зелий сопротивления яду? Да. Брит, мы только что прошли через пещеры Рока. Тебе больше не нужно 37 зелий сопротивления молнии. Нельзя сказать наверняка. Зачем тебе 400 стрел? Ты же не следопыт, у тебя даже лука нет. Окей, что если будет квест, в котором я выменяю стрелы на что-нибудь? Брит, такое когда-нибудь было? Нет. Именно? Именно. Уже скоро может быть. У тебя были гномские гранаты? У тебя были огненные гранаты? Да. И почему ты их не использовала на владыке призывателя костей? А, я подумала, что позже будет более сложный босс, на котором их используют. Ты думала, что будет более сложный босс, чем владыка призывателей костей? Последний босс глубин тьмы? Окей, знаешь что? Господи, мы почистим твой инвентарь. Мы это сделаем. Наведем тут, сука, порядок. Ингредиенты. Ты травница? Нет. Ингредиенты. Долой, в том числе твой тупой огненный цветок. Нет, мне это нравилось. Так, расходники. Прощайте стрелы, прощайте зелье сопротивления огню. Мы оставим твои гранаты и зелья здоровья, но вообще используй их. Боже, ты оставила квестовые предметы. Да, сентиментальненько так. Нет, блин, прочь, прочь, прочь. Да. Это нормально? Да нет, нет, все хорошо. Это как дома убираться, да? Вот именно, да. Хорошо. Значит, долой. Да. Долой. Да. Долой. Да. Долой. Долой. Да, просто долой. 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 Давай, долой. 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 Хорошо. Долой. Да. Окей, чудесно. Разве так не лучше? Да. Отлично, доставай глаз циклопа, отправляемся в лавовый двор. А, это... Что такое? Ты секунду назад сказал выкинуть квестовые предметы, так что... Не-не-не, я сказал выкинуть старые квестовые предметы. Нет. Зачем ты выбросила все квестовые предметы? Очевидно, что нам нужны те, что мы используем. Да, очевидно. Ты выкинула глаз циклопа? Что? У тебя же остался глаз циклопа, верно? Случилось кое-что безумное. Бред. Глаз циклопа исчез. Я его выкинула, прости. Почему ты выкинула глаз циклопа? Потому что ты так сказал. Нет, точно нет! Теперь нам до лавового двора пешком идти! О, боже! Пошли! Перевел Феликс, озвученный Кассида в странном местечке. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а также есть телеграм-канал, чтобы держать связь с вас, с нас, мало ли что, так что подпишитесь на телегу, чтобы быть в курсе последних новостей. Всех люблю, целую, с вами был Кассида, девушка про Натурал. До новых встреч.